Около 1300 будущих врачей, других специалистов и бакалавров из России и зарубежных стран сегодня получают путевки в жизнь в Волгоградском государственном медицинском университете. На торжественной церемонии вручения красных дипломов присутствовала и наша съемочная группа. Сегодня в актовом зале собрались будущие терапевты, хирурги, офтальмологи. На лицах улыбки и легкое волнение, ведь сегодня они получили дипломы врача. Теперь им предстоит определиться с дальнейшей специализацией. Впереди учеба в ординатуре. За 6 лет родными стали и стены «Альма-Матер», и преподаватели. Медицинский университет – это лучшее, что со мной случалось в жизни. Здесь я приобрела не только хорошую базу знаний для своей дальнейшей врачебной деятельности, но и обрела новых друзей. Воспоминаний останется очень много, потому что это такой период жизни, который связывает нас с огромным количеством людей. Хором выпускники Волгоградского медуниверситета произносят клятву врача России. И если для некоторых обучение продолжится в клинической ординатуре, для многих зачеты и экзамены точно остались позади. А значит, совсем скоро молодые врачи в белых халатах встретятся со своими первыми пациентами. Ваш день вы на пьедестале. Путь к этому пьедесталу был, конечно, непростой, он был тяжелый, но вы на него взошли. Выбрав эту благородную профессию, многие из выпускников пошли по стопам своих родителей. В зале присутствуют целые медицинские династии. У меня мама фельдшер скорой помощи, а дедушка заканчивал высшее фармацевтическое, поэтому я помню то, что это мое, я больше себя нигде не вижу. Почти 1300 выпускников вуза и колледжа Волгоградского меда, врачей и медсестер, менеджеров и социальных работников, провизоров и психологов уже скоро приступят к работе. Многие из них пойдут учиться дальше, а 113 из них будут гордиться заслуженными красными дипломами.